Нам еще надо памятный знак поставить там. Мэр Фуюаня первый раз посетил Хабаровск. В составе делегации путешествие начал с Уссурийского бульвара. Убедился, что каменный лотос хорошо смотрится на хабаровской земле. Мы сделали этот подарок в знак дружбы Хабаровска и Фуюаня. Обмен студентами, туристами – далеко не все, в чем мы сотрудничаем. Дальше – больше. Фуюань – самый близкий китайский сосед Хабаровска. До него всего час езды на теплоходе. Соглашение о сотрудничестве наши города подписали еще в 2014-м. С тех пор Хабаровск и Фуюань участвуют в совместных мероприятиях. Мы приглашаем китайских спортсменов для участия в соревнованиях по велоспорту, парусной регате по маршруту Хабаровск-Фуюань. Кроме того, развиваются отношения в области экологии. В Фуюане наши экологические подразделения выпускали в Амур мальков, чтобы сделать реку чище. Развивается и экономика. Открытая зона беспошлинной торговли в городе Фуяне. Естественно, учитывая то, что Фуянь находится близко от Хабаровска, конечно же, это и экспорт нашей продукции. Сейчас в Китае очень заинтересованы в поставках продукции экологически чистой из города Хабаровска. Это и кондитерские изделия, это и мучная продукция. Дальнейшее сотрудничество обсудили на встрече мэра Хабаровска с делегацией Фуюаня. В конце мероприятия Сергей Кравчук сделал подарок китайскому градоначальнику. Это площадь воинской славы. Это администрация города. Отношения между городами способствуют и развитию отношений между странами в целом. В 2018 году Хабаровск посетили 25 000 граждан КНР. Владислав Игнатьев, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.